Следственный комитет обнаружил в Москве особняк, квартиру и гараж с автомобилями экс-главы Вымпелкома Михаила Слободина. В ближайшее время может быть принято решение об аресте имущества Слободина. Напомню, бизнесмен проходит подозреваемым по делу о взятке в размере более 800 миллионов рублей. Сейчас он находится в Европе и, похоже, не собирается оттуда возвращаться на родину. Хотя до этого делал заявление, что вернется. Его имущество в Москве оценивается примерно в 400 миллионов рублей. У Слободина и его жены построен роскошный особняк в элитном поселке Барвиха. Площадь у дома немаленькая, 700 квадратных метров. Вот видите его на своих экранах. А в гараже 6 автомобилей достойных, ну если не миллиардера, то очень состоятельного человека. Среди них Aston Martin, Porsche Cayenne, Land Rover. Ну, кроме того, главе Вымпелкома принадлежит половина трехкомнатной квартиры на юго-западе Москвы. Ну, это, по крайней мере, то, что успели следователи раскопать к этой минуте. Ну, а вообще, они считают, что Слободин последние 5 лет активно выводил свои активы за рубеж. То, что это далеко не все нажитое непосильным трудом, сомнений практически нет.